Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Телеведущий Оскар Кучера решил покинуть шоу «Звезды сошлись», которое он вел вместе с Лерой Кудрявцевой. Оскар заявил, что устал копаться в грязном белье звезд и поэтому принял решение покинуть не только ток-шоу, но и в целом телеканал НТВ. Об этом сообщает портал «Комсомольская правда». Однако поклонники не переживают по поводу Оскара, без работы он точно не остался. В последние дни звезда часто публикует в своем инстаграм-аккаунте снимки из театра с восторженными подписями. Кучера безумно счастлив вернуться на сцену и вновь радовать зрителей новыми ролями. Представители телеканала пока никак не комментировали информацию и не объявляли кастинг на вакантное место. Кудрявцева также пока ничего не сказала по поводу смены коллеги, возможно, некоторые выпуски ей придется вести одной. Напомним, Лера не впервые будет работать сама на съемочной площадке. В июне Кучера признался, что вся его семья переболела коронавирусной инфекцией, поэтому он не появлялся в шоу. Друзья, подписывайте на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!